Линка. 16 минут харда. Привет, всем привет. Всем привет, да-да, папич, да-да, я. Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой email. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн-контроля прямо на сайте. anylevel.com. Для подписчиков канала скидка по ссылке в описании. Мне нравится накидка эта. Типа с маской. Я обожаю вообще маски. Маски — это топчик. Блять, вот да. Сложно. У них жесткий пик. ОД. Тимбер против Эмбера. Ну хз. Ну, типа, Эмбер может и башить Тимбера. Может и ОД и башить, но редко. Ну, блядь, тут много зависит от того, насколько Сандкинг отожрется, насколько он погангает. Если, кстати, Медузу пикнут, мы проиграем. Вот Урс — это молодец, это респект. Урса против Тимбера — это респект таким ребятам. Я так понимаю, против кого я буду стоять. Сейчас узнаем. Прошлую игру я очень хорошо играл. Я просто хочу выиграть теперь. Чтоб мне победу засчитало. До крипов, а не луз. До крипов. На X-Carry. Огр — этот саппорт. Что мы имеем? Мы имеем контру ОД. Мы имеем контру Урси на лайне. Вообще мы должны их разъебывать. Хотя хуй знает. У них очень сильный... У них саппорты, два лучших саппорта в игре. Если бы они не пикнули два самых лучших саппорта в игре, бря, на лайне, я был бы уверен. Так, хз. Контра ОД есть на руб. Контра Тимберу на лайне есть. Тимбер не сможет отжираться на лайне. Это очень хорошо. Аленго. Игра на жизнь. Я поставил свою жизнь на эту игру. It's almost time for everybody to die. Я стрелу прокачал. Я сейчас проиграю лайм, потому что у меня нету винрана. Я не могу без винрана играть. У меня стреляется самой, мне урон много наносит. Не могу играть, у меня нету винрана. Окей, я в говне. Хуй тебе. I'm way ahead. Wild winds rising. Reap the whirlwind. I don't think so. I don't think so. Already moving. Почему мой мидер хуй сосет один на один? Ёбаный даун. После ФБ умирает, блять. I gust onward. Every coin helps. On my way. Да, он давай дальше. Имбецил, блять.
Лучше задонай, да, и крипа не добить. Спасибо. Дисраптор, пощади. Окей, Тимбер умирает. Как и предполагалось. Глаш по ней ОД и бали там. Окей, я понял. Сейчас будет Глимс. Окей, походу я умер. Не, я жив, нормально. Они дауны. Окей, на меня снова атака. Сосите раки. Моё! Бай-бай! Домой дауны. Как же я забайтил, бля, какой же бог? Is it raining arrows? Просто виндран, просто, бля, какие же долбоёбы те, кто считает, что виндран не надо максить, бля. Мне вас жаль, ребята. Виндран выигрывает игру. Что это? Почему? За что, блядь, Вольво? Ну что еще? Привет, Виталик. Не слыхал от тебя отзыва и не видел рецензии на фильм «Прибытие». Смотрел ли ты его? Да. Он не совсем про космос, но очень атмосферный. Нормальный такой, пойдет. Да не, нихуя он не держит напряжение. Рекомендую. Хорошего стрима и всего наилучшего. Я смотрел, напряжение он не держит. Просто такой неплохой. Напряжение он нихуя не держит, это выдумка какая-то. Here it goes. Думаю, я буду убивать. Не похуй на тебя. Да не сможешь, чувак. Слишком сложно. Надо, как бы, надо привыкнуть к этому. Чтобы добивать вышку против виндрана, в смысле против фокус-файра, надо привыкнуть. Если непривычно, как бы, если непривычно, то ты хуй добьешь. Тем более на саппорте. Нормально. Может так на похуй делать фокус-файр против саппорта, он не добьет обычно, потому что, ну, надо привыкнуть. Они ж не каждый день это, как бы, делают. Они ж не тренируются добивать вышки против фокус-файра, правильно? Окей, я помог. Убили за счет меня челика. Окей, ассист не получил, ну хуй с ним. Ну, если бы я не стрельнул, мы бы не убили Тимбера. СК бы не получил деньги. Ай, блядь, дауны ёбаные. ГГ, супер даун, супер ошибка ГГ. Тоже умер. Не, мы проебали. Тима хуесосов тупых. Продолжаю фидить ОД до бесконечности. Придется мне в соло тащить, реально, как обычно. Линка. 16 минут, харда. Привет, всем привет. Всем привет, да-да, папич, да-да я. Он идет воевать без лагеря, смотрите, надеюсь, у него просто после игры сдохнет кто-нибудь. Окей, убили ОД, молодцы. Хвалю. Главное не ошибаться. Главное ноль ошибок продолжать. Тупо ноль ошибок. Тупо лучше. Только надо продолжать так. Это важно. Окей. Зря я, наверное, его не связал.
Хотя он бы его не убил, anyway. Окей, мы всех засейвили. Главное, парни, всю игру без ошибок. Сейчас я всю игру сыграю без единой ошибки. Опа, хуесосич. Дартути. Хуесосича, хуесосича. Домой очередной, блядь. Убили вот это главное, на остальных похуй. Если не убьем этого, то ничего страшного. Привет. Here it goes, долбоёб. Соси хуй. Here it goes. Ноль ошибок, ноль ошибок. 4-0-5. Супер фарм. С хардишки. 20 минут будет даггер линка. 4-0-5. Сейчас будет даггер. Сейчас добью вышку. Смотрите. Смотрите, парни. Смотрите. Не. Почти. Не. Что вы делаете? Вы что-то разумное делаете или хуйню? Я не уверен, что мы делаем что-то разумное. Возле шрайна сейчас пиздимся. Их пятеро. Окей. Пожрал. Here it goes. Ноль ошибок, продолжаем. Ты что делаешь, долбоёб? Зачем ты ломишься на базу к ним? Приехал. О, да там горит, о, это жопа горит! Я подождал еще немножко, чтобы он успел по таймингу. Вы видели? Какой же батя, блядь, какой же игрок. Бля, даггер проебал. Не могу связать. Застань его просто. А, тебя видно. А, хуёвый стан. А, не вы, он его. Ладно, не важно. Я бы не смог ничего сделать. Плохо. Мне сыр подарили. Лол. Бля, ну заебал сейвить. Сейчас сюда выиграет соло. Ну что еще? Класс. Когда же ты, уебина, перестанешь оскорблять чужих родственников? Твои зрители берут с тебя пример. Отличная воспитательная работа. Я знаю, что это плохо и без тебя, блять.